Он всегда... Ну, как бы, да, но вот я тоже спрашивал вашему президенту такой же вопрос, что всегда бы был футбольный город. Он сказал, ну, если сравнить с другими городами, тут не такие традиции, как там Алитас, там, что там еще он называл, все эти города, где поневежился и все. Я как сам играл, сам был ребенком, так у нас баскетбольная команда играла во второй лиге, там какая-то была, я даже имени долго не знал. А Судов это всегда было. Бренд. То я, ну, конечно, я сам играл, тренировался, там они после нас тренировались, там все по-другому тогда. Uh-huh. Там, видишь, ну, там люди ходили на футбол всегда, а баскетбол так, ну как, был, есть, где-то там что-то играют, но никогда не был номер один. Uh-huh. Все игроки говорят, вот литовцы тоже, что это, когда же директор стадиона рассказывала, что где-то в магазине там что-то покупала, и кассирша начала ее спрашивать про футбол, то есть, хотя она ее не знает лично. Да. То есть вообще какой посторонний человек, как бы ее из стадиона знает, что она тут бывает на играх, и она что-то имеет, и она начала с ней про футбол говорить. Там уже начинает, когда там все будет, все. Угу. Но Дарьес Сунгайло не поменял курс с футбола на баскетбол? Одного человека слишком мало? Нет, да и он не один тут. И Кулбока такой Арнес есть сейчас, он там на драфте НБА будет, там еще тут. Тут как бы таких более-менее игроков воспитанных есть тут, но, ага. но всегда все, если где-то, знаешь, дети идут сначала на тренировки баскетбола, если не получается, тогда думают про футбол, так да. тут наоборот все. Здесь, сначала да. футбол, если там не пойдет, так может попробуем баскетбол там. Более-менее. Но есть так, что Мариаполь это единственный город в Литве, который футбол номер один, а не баскетбол. Наверное, да. Ну, Гаргждай еще. Есть такие еще места. Ну, маленькие города такие еще. Ну, Мариамполе тоже не из больших, скажем. Ну, седьмой по величине. Ну, да, по местным меркам так. Да. Так. Но тут вот после игр выстраиваются люди там около барьера, все там хай-файв со всеми игроками, они ждут. Это традиция после каждой игры. Еще игра не закончилась, а уже... Толпа людей там внизу ждут игроков уже, чтобы занимают место себе, а то уже останешься за спиной у кого-нибудь. Там майки просят. В прошлом году особенно там уже бешено было. Все делали плакаты, там такой-такой, подари мне свой тишерт, I need your t-shirt, please, please. Там вся команда раздавала все майки, могла бы раздать после каждой игры, все просят так. Ну, игрокам это приятно чувствовать, это то футбольное, знаешь, отношение, как это должно быть в футболе, как везде, как ну, на любом спортивном соревновании, так им просто нравится тут быть, тут играть, это отношение, люди узнают, они как бы настоящими профессионалами себя чувствуют, а то в другом там, в Вильнюсе, я не знаю, там вряд ли там даже лучших игроков узнают на улицах, там, ну, а может... Те, которые интересуются футболом побольше тут. А тут, не знаю, большинство тут не пройдут через улицу, с никем не поздоровавшись. Ну, мне рассказывали тоже, что и перед играми, что ну, можно чувствовать в городе, что вот все движение идет в стадион, и что люди с шарфами, с атрибутикой. Там, с... Ну, это есть, если знаешь, если большая там, игра, там да. 2-3 тысячи людей приходят, но они все равно. Но у нас уже так большинство с какой-то атрибутикой приходят. Все, или если не атрибутика, так хотя бы по красному надеты, там красно-белому как-то. Так они стараются уже не выпадать, так это чувствуется. По-моему, хотя никогда не видел, я уже бываю тут на стадионе. Сам никогда не ощущал этого, как там происходит. Но представляю, когда знаешь, если там 3000 людей идут на матч, ну так должно быть уже толпа, должно быть приятно. Ну скажи, то, что вот так много людей идут и что все ассоциируют этот... команду с городом и город с командой, это больше маркетинг, вы работаете очень трудно и много большую работу проделываете, это из-за результата, что вы выигрываете, Вильнюс выигрываете, там Каунас, и поэтому люди приходят. Ну, думаю, и то, и другое есть, тут все равно так, само собой не получится. Было ведь много клубов, которые там по 5, по 6 лет там к ряду это были чемпионами, все, ну как-то так не заводилось, все, чтобы так.
Угу. Так, а тут, не знаю, может, есть места, как Ждай, может, еще где-то там, может, если бы подобные результаты были бы, может быть, и там что-то получилось иначе. Но тут тоже есть свои дела, как человека заманить на стадион в первый раз местного. Так, ну, большинство знаешь, придешь. Ну, я не интересуюсь футболом, мне неинтересно, вот и все. Там с каждым лично надо 10 минут говорить, убеждать. Если он придет, когда он придет, ему тут уже нравится, он хочет вернуться. Но первый раз это довольно трудно, и это каждый раз надо что-то изобретать, чтобы что-то... Ну а что, можете какой-то пример сказать, как вы изобретаете? Не знаю, там в газете реклама, ну, наверное, не очень сработает. Как вы это делаете? Нет, бывали газеты, но это мы уже даже оставили, даже не делаем. Ну, иногда, но это не работает. Может, там, знаешь, уже сеньоры, которые, может, и которым нужно узнать, где игра и когда игра, так может, они там в газете посмотрят расписание, но не более того. Там уже новых с той категории не приведешь так. Так вот, не знаю, по-разному. Facebook, наверное, у нас в Литве номер один, у нас там engagement, я как вот посмотрю, там у нас это, по трижды сейчас, сегодня наш engagement трижды больше, чем у любого другого клуба Литвы. Так, при том, что, скажем, Жальгирис, у него лайков в три раза больше, чем у нас. Так. Ну, люди в это, и не только местные, там по всей Литве есть тоже другие. Я болею там за Кауна Жальгириса, из Каунаса, но все равно он там и Судово интересуется, как бы, если у него какая-то первая команда, так Судово может вторая команда. Ну и так мы больше, наверное, концентрируемся на эти европейские игры тоже. Все делаем там, ну, надо на лигу, конечно, поддержка, но все равно они никогда не придут столько людей, сколько на европейские игры. И мы все делаем, чтобы их втянуть в процесс, пускай они там на Фейсбуке, а там пока только наблюдают за нами, но чтобы им было интересно хотя бы раз побывать, что-то почувствовать, и когда уж придут европейские игры, чтобы он захотел приехать сюда. Ну, более-менее там, потому что там билеты уже иначе продаются, там клуб пользу получает большую. А лига, ну, стараемся, но это, как и везде, местные соревнования, это возьми там баскетбол, футбол, если Жальгирис из Каунаса баскетбольный, там на Евролигу, там со всей Прибалтики, везде, вот совсюду приезжают люди, там 15 тысяч, а так на местный чемпионат там 3 тысячи приходят, там это везде как бы надо думать, надо что-то придумывать, но так. Про соцсети, вот моя просто тема, я сам люблю очень Твиттер, но у вас даже нет этого у клуба Twitter, этого... Да, Твиттер вообще нет, Twitter, у вас Фейсбук только? Твиттер в Литве вообще не работает просто. Не популярный, как я понимаю. Вообще, это мертвое дело, Instagram? Никому не интересно. Инстаграм есть, Инстаграм мы только постим, только на английском только там постим, да, тоже. Это но главное, более для заграницы, для молодежи, которой английский язык тоже не проблема. А все это поколение уже где-то 30 лет, там более-менее, там выше, все они на Фейсбуке есть. Так, это просто основная платформа на Литве, это неважно, футбол или бизнес. Хорошо, а скажи про ценовую политику на билеты, когда европейские игры, важные игры, вы ставите выше цены, нежели да, в лиге? Да, да, ну, сколько это, примерно? Конечно. Помнить, скажем, на европейские игры, наверное, самые дешевые у нас в конце, в третьем, четвертом раунде. Может, я знаю, все было уже 10 евро, самый дешевый билет, это за воротами, наверное. А самый дорогой, это 20, по-моему, если в день игры, может, и 25, если там останется какой-то уже в центре. Но обычно там уже не бывает билетов на центре. А то у нас это есть абонентные карточки, там VIP, абоненты работают только на местные соревнования на лигу и на Кубок Литвы, а на европейские игры каждый владелец абонемента получает право купить 3 билета там со скидкой и заранее. Они первые покупают, потому что все они хотят свои места получить, чтобы никто не занял. Они уже привыкли там сидеть, и они уже злятся, если кто-то другой купил их место. Тогда же делаем один день, чтобы только один билет мог купил с карточкой своей. Если хочешь там позвать друзей, купить 3 билета со своей карточки, так уже на следующий день там еще даем 1-2 дня
когда можешь купить 3 билета с карточкой, только потом уже начинается общая продажа для всех, кто mm-hmm. хочет. Так, в центре у нас очень скоро расходятся билеты, и они расходятся всегда самые дорогие с самого начала. Потом mm-hmm. никто не хочет этих дешевых билетов. Mm-hmm. Это, может, так выглядит, но все равно сразу самые первые, которые кончаются, это самые дорогие, самые хорошие места по центру, и там уже mm-hmm. потом понемножку по краям ходят. Так. Mm-hmm. Думаю, с кем мы уже пустили из Макаби, когда играли на другой стороне, там уже когда узнали, сколько людей из Макаби приезжает, там у них было 6 или сколько только, так они, мы их подвинули в другую сторону, и ту сторону пустили день игры по 20 евро это было, там, ну, все равно там шло. Угу. Был интерес очень большой, с Ференцварушем вообще не было мест, все спрашивали, искали, но просто распродали. Ажиотаж большой. Угу. Да, просто все, за день или два до игры уже не было билетов, все, угу. ничего не могли предложить никому. Ладно, Еврокубки я еще понимаю, но удивляет то же, что в лиге, где у вас, ну, вы часто громите этих противников с большими результатами, все равно средний показатель выше 1000 зрителей, что в самой большой в Балтии. Хотя у вас проходных игр тоже не хватает. Я думаю, что это именно вот это чувство, связь между людьми и клубом. Mm-hmm. По-моему, большинство из них, не знаю, 50-60% не знает, как выглядит таблица лиги. Они знают, на котором месте Судово, может, на котором Жальгирис, а кто там на 5-6 или там в прошлом году, им не интересно. Они ходят на Судово, на эту игру, им там, они ни игроков не знают, ничего. Я потом, вот я из бара однажды, я после игры вечером смотрел, там, кушал, и барменша, они там входят в наши майки, где эти барменши, все. Ну и играли Реал и ПСЖ, по-моему, Лигу чемпионов, и кто-то скоро забил гол, и она мне приносит, я говорю, там ПСЖ забил, она посмотрела, ПСЖ, да? Кто, что, Реал. Это мне неинтересно. Вот я когда Судово играет, я посмотрю, я иду, хочу на стадион. Это Реал, ПСЖ, это нам. Угу. Вообще, по барабану. Не знаю, кто такие там, кто играет, но название мы слыхало где-то, но только на этом и все кончается. Так это есть, это хорошая вещь и чувство есть, что люди идут на Судово, им угу. приятно на стадионе. Мы тоже так хотим сделать как бы не только футбольную игру, а побольше там стараемся создавать традиции. Чтобы... Я так думаю, что люди, когда приходят домой с игры, знаешь, они не будут рассказывать другу, как там кто-то забил, как там кто прорвался по флангу. Или... Они вспоминают, как они там все сделали эти викинги или что-то еще, как там кричали, скандировали имя игрока там. Через гол у нас есть эта традиция, как и так в Германии везде, в общем, там кто-то забил, я называю имя, вся толпа кричит фамилию там трижды, потом говорю Судово, они говорят один, там ноль, если там Судово два, у них бывает один, я говорю тоже Судово, они два, там, другой там, они все равно говорят ноль, там всем посмеются, никто не хочет говорить один, что мы пропустили. Так это вот то, я думаю, это традиции, это какое-то другое чувство, что ты забираешь с игры домой, что ты вспоминаешь, и это тебя задевает, и ты хочешь вернуться тут. Именно такое. Ну, это моя философия, mm-hmm. не знаю. Работает, может и работает, может лучше, но... Не, ну вот как раз интересно, разница между Латвией и Литвой. У нас тоже есть некоторые команды из маленьких городов, которые играют в высшей лиге, у которых хватает традиций, но они, например, показывают, что им не нравится, если в команде много зарубежных игроков, не играют местные игроки у нас на месте. Либо там Лепа, либо Валмера, наши города, они сразу там начинают ворчать и даже протестировать или не ходить специально на игры, такое. А у вас как бы так, я так слушаю тебя, кажется, что такого вообще нет. Это, по-моему, больше в комментах, в интернете это... только чувствуется, чем в реальности. У нас, знаешь, иногда кажется, что некоторые легионеры, они больше патриоты клуба, чем некоторые литовцы. И особенно те, которые тут играют уже несколько лет. Там, тут у нас есть три, наверное, с 17-го года. Легионеру дашь побыть капитаном, ему это важно. Если он даже там вице-капитан, третий капитан, но так получится, что он получит это надеть на руку,
Для него это будет как признание, для него важно. Знаешь, дашь литовцу, который там вице-капитан, ты, ну, хорошо, надо побыть, я выйду, там, выведу команду, но для него это не столько. А для Генеры, они, если больше играют, так они, по-моему, любят тоже клуб, место там. И люди их тоже знают, любят. Для людей все равно, они хотят, чтобы Судова выиграла игру. Кто там забьет этот мяч, Иван или там, знаешь, Антанас какой-то, им все равно, лишь бы забили. Если там 0-0, так пускай забивает, кто хочет, лишь бы мы выиграли этот речь, как бы, лишь бы все довольны были, счастливы. Так, так по-моему, это есть такое и тут, да, но там, знаешь, больше, наверное, на конкурентов поворчать кому-то, не для того, что местным. Ну, есть люди разные, конечно, кому что-то, кто-то так думает, но по большому счету, по-моему, это не так уж важно. У нас есть такая политика, может, и президент говорил, что, конечно, на первом месте хочется иметь местных игроков. У нас сейчас 3, наверное, есть, которые тут родились, тут выросли, играют за Судову уже много лет. Ну, 2 много лет, один помоложе, потом литовцы, потом уже легионеры. Но сейчас, когда такие результаты, когда есть какой-то бюджет, и ты можешь пригласить легионеров такого уровня, какого литовцев вообще очень мало, если есть вообще. Так они приезжают сюда и играют, но если ты конкуренция есть, если мы не можем пригласить литовцев, которые там пробьются в состав, ну так что мы там будем пускать игрока послабше, а сильнейшего игрока посадим на лавку? Так это нелогично просто. Так стараемся, конечно, всем хочется, чтобы местные играли, что литовцы, но это никак не отпугивает людей, по-моему, ни тут, ни нигде, ни в другом любом месте. Там. Это просто так, разговор. Далее про эти поля, не знаю, ты можешь что-то рассказать, кто их использует и когда они здесь появились, примерно, может быть, можешь вспомнить. Ну, весь стадион открыли уже в прошлом или позапрошлом году, было 10 лет, по-моему, я уже не знаю. Ну, в 2008 году самый большой стадион открыли. Ну, так сейчас 12 лет, ну, так вот, сделали эту базу. Всем все завидуют, да. Хотя у нас когда, ну даже это легионеры приходят, приезжают, смотрят, о, как тут все, если не с места играть, так они все, первая команда почти всегда тут играет, тут вторая лига даже играется, когда дублеры играют на этом поле. Так, академия тренируется, детей много сейчас, не знаю даже сколько там набралось уже. Так, тут на полную катушку, они там вечером, тут полно людей, очень приятно смотреть, как детей там разного возраста, тут, не знаю, 6 групп в одно время работают, тренируются, так, прекрасно. Ну, какой литовский клуб самый близкий к этому уровню инфраструктуры? Да никакой, наверное. Никакого? Если взять еще манеж, ну так, в Вильнюсе манеж есть, но он государственный, так. Стадион какой-то есть, но базы рядом нету никакой вообще, только одна площадка там. Так, никто так, близко не стоит. Ну, да, там, ну, в Алитусе есть стадион красивый, один там, как ждаешь что-то, но манежа ни у кого больше нету вообще. Так.